Блин, я сказала к центру, чтобы посмотреть, у кого броня. В итоге посмотри. Я ничего не вижу. Блин, я просто хотела посмотреть, у кого броня. И как я теперь буду... Он скачет, ему скачет. А Вадим снимает. И как вы откроете, там рычаг не видно. Ну чё, за монолит. Вадим, давай на 5 минут ровно кликай. Тиде, вставай, вставай, туда, вставай, вставай. Вадим, 10 секунд осталось, даже 3, 2, 1. Вадим! Кликай, писюн! Тебя кикнуло? Ну, открой. О. Офигеть, блин. Разрезочь, смотрите за флаем. Хорошо, что здание стеклянное. Да. Чтобы не палить. Где призрак? Вам бы сразу лучше включить пролетание сквозь блоки. Ой, нифига, здания большие. Бедный человек, который... пошел проходить мой паркур, блин, мне их жалко. Нифига они наверх поднимаются. Сложно за всеми сразу наблюдать. Ну, пытаемся. Тут здание прозрачное, можно видеть, в принципе. Опа. А вдруг я... Не думал, что это фига народу будет, если честно. Господи, я думала, кто это Алёша там летает. Алёша, можно снаружи. Наблюдаю за бабочкой. Как жалко челиков, которые сюда забираются. Там же нету сундука. Жалко будет, которые забираются на секвою эту. Да, там нету сундука, да? А ничего нет. Что, забирается реально? Чего я это построила? Мне жалко. Капец, жестокая ты, Анечка. А что такое высокое здание? Да. А, блядь, я в шоке просто, я еле вылетел, не то что подняться. Ты думал, мы фигней страдали? Ну, по сути, так и есть, да, мы очень высокие строили. Так. Блин, я хотел тоже поучаствовать. Хотел поучаствовать, а тут переполнен. Люди все еще бегут по лестнице. Нет, 98 человек, ты еще можешь зайти. Не, я захожу мне пишут сервак из фул. Давай я выйду, а ты зайдешь. Там уже люди в лабиринтах. Подождите, а если я выйду, у меня флай останется включенным?
А, и тут невидимая стена, лол. Да, участвовать, уже все, уже облетел. Блин, как меня бесит невидимый... Так. Сказать чувакам около тепло, что не надо туда, мне жалко, правда. Пусть лезут. Блин, мне сами, мне Вадим сказал, не помогай. И Анечка сама хочет помочь. Я не помогаю, я никому не говорю, мне просто, блин, реально жалко. Нельзя помогать. Все. О, блин, может пустить меня? Слышишь, как Карчик нашел приз 4. Там двое, там. Ребят, откройте вам прям... дайте зайти. Пусть выйдут пару человек, а? Вадим, откроем. Они все равно как бы только зашли. Дайте войти на серию. Чего Вадим, откроем. Да, ну пока еще никто не нарушил, можно и открыть. Типа. Вадим. Откройте, пожалуйста. Так, а Карчик или Карачев? А, Вадим, они говорят, что они тэпнулись, чтобы спуститься. Так можно делать? Откроем, пофиг, они... Вот смотри, кто зашел в игру, новый игрок, Дима Рамсей. Прикольно. Один раз к нам на сервер на станке зашел The Chief of Ramsey. Нет, а его кикинуть? Кто может. Я тут зашел. Опа, я за бревнишком наблюдаю. Все. Вадима, ты не мог удалить вообще вар? Так потому что сюда приходят какие-то люди, еще просят открыть им. Так в смысле? Вар добивать? Может, им проспойлерить насчет этой секвой? Они были тут, они обратно просто тэпнулись. Блин, нет, мне жалко секвойных ребят. Ну пусть лезут, что вот почти залез, Барли. Красава вообще. Это туда какой-то приз положим. Кракен, стой, Кракен, тэпни, пожалуйста, я тоже хочу поучаствовать, попробовать, может, что-то получится. Миша. Хикигай забрал приз 003. Миша, может, ты положишь какой-то приз? Что? Ты же там по 50 РЛК или что-нибудь, положи что-нибудь на секвой, мне их жалко. Да ну, зачем на секвой? Ну, типа, ты сделала и сделала, а там ничего нету, кому прикол. Вадим, слышишь, а можешь на секвой написать на табличке, напиши Кракену в ЛС. Ломай на секвой табличку и напиши Кракен ЛС. Напиши Кракен ЛС. Столько людей пойдут на секвою забираться. Посмотри. А я проходила этот паркур, он несложный. Смотри, я тоже могу пройти. Оп. Ну, по-моему, что-то тоже жалко стало, пацанов.